Гордей Кудряшов – ученик 7 класса Голицынской школы номер 2. Спортом занимается профессионально. И хотя футбольным тренировкам мальчик посвящает почти все свободное от учебы время, он регулярно осваивает новые элементы на турнике. С правильной техникой выполнения упражнений Гордея познакомил отец. Раньше юный спортсмен занимался на старой площадке возле школы с друзьями. С появлением здесь новой воркаут-зоны у ребят появилась возможность тренироваться на современном оборудовании. Мы так с друзьями ходили, вон там на турнике, когда раньше были. И до новых встреч! Возле школы как выходить, там новая сейчас площадка была, стоит. Вот, а раньше там были турники, мы на них там тренировались по-всякому. Пытались что-то сделать. Вот, смотрели там, в интернете, что можно сделать. Спортивную площадку возвели в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Общая стоимость комплекса составила 600 тысяч рублей. Основная часть средств, выделенная из бюджета Московской области, 245, перечислила городское поселение Голицыно. Место размещения комплекса выбрано не случайно. Теперь ученики Голицынской школы номер 2 расположены неподалеку, да и все желающие разных возрастов смогут заниматься спортом чаще. Данная площадка была установлена в рамках программы губернатора «Спорт Подмосковья» на софинансирование с нашей стороны и деньги областного бюджета. Очень надеюсь, что данная площадка будет пользоваться успехом. Дети будут сюда приходить, заниматься. Не хватало таких площадок, чтобы выйти и начать заниматься утром, вечером. То есть каждый день. Тем более, здесь живу недалеко и приехать на 15 минут достаточно времени, чтобы размяться. И перед школой можно спокойно выйти, потому что школа напротив. Да. И очень удобно. Спасибо огромное за эту площадку. На открытии площадки школьники смогли подготовиться к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Среди них подтягивания, прыжки, подъем туловища из положения лежа. Специальный мастер-класс провел для собравшихся боксер, призер множества соревнований по карате Иван Яценко. Он познакомил ребят с правильной техникой выполнения упражнений. Не всем нравится подтягиваться, да, не всем нравится отжиматься, потому что нужно силы. А вот выход на одну раз получился, потом сделал на другую, потом делаешь какую-нибудь связку. Ты одновременно тренируешь все группы мышц на руках и на груди. То есть, выглядит эффектнее со стороны. Выход на две это нужно, раз пять подтягиваться, да, и техника остальная. Зачем раз пять подтягиваться, если ты можешь постараться сделать выход на одну, отдохнуть еще раз, и ты забиваешься одновременно. То есть, мышцы работают все одновременно, и растяжечка идет. На сегодняшний день в Голицыно ведется активная работа по комплексному благоустройству дворовых территорий. Открытие спортивной площадки стало первым этапом создания здесь комфортного и безопасного пространства для жителей. В ближайшее время рядом с комплексом ожидается появление новых дорожек, лавочек, планируется озеленение территорий и установка малых архитектурных форм. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».